Я приветствую вас, дорогие друзья из Африки, это Танзания. И хочу обратиться к тем, кто сейчас смотрит это видео. Знаете, я уже в миссии нахожусь около года и служу здесь. И я знаю, что многие люди, они пишут и поддерживают финансово. И та вещь, с которой я столкнулась на протяжении этого года, когда люди спрашивали, в чем есть помощь, как надо помочь, и у нас были, к примеру, определенные проекты, и множество людей, они говорили о том, что им неудобно, стыдно жертвовать $5, $10, потому что есть такая ложь и ощущение, что это никак не может поменять чью-то жизнь, потому что когда мы живем в Америке, живем в Европе, у нас есть свои стандарты, мы понимаем, чтобы, скорее всего, чтобы изменить чью-то жизнь, нам надо тысячи долларов. Но, знаете, каждый раз, когда я видела такие ответы, когда мне писали где-то в социальных сетях, каждый раз ко мне просто в сердце снова и снова возвращалась эта история. Самуил – это наш переводчик и наш друг. Он, когда мы приехали, он нам сказал, что это случилось 2 года назад. У него была дочка, которой было 1 годик и 2 месяца. И на тот момент она заболела малярией. И все, что ему не хватило, это 500 танзанийских шиллингов. Это меньше, чем 50 американских центов. И в ту ночь она умерла, потому что у него не было лекарств. И он говорил о том, что она умерла в 3 ночи. И он не мог сказать маме. Он говорит, просто на протяжении нескольких часов он держал ее на руках. И только утром он смог сказать своей жене, что их дочка умерла. И вы знаете, каждый раз, когда я вспоминаю это, я знаю, что маленький вклад, 1 цент, $1, он может принести изменения в чью-то жизнь. Поэтому я хочу сказать уже на данный момент огромное спасибо тем, кто жертвует, тем, кто помогает, тем, кто молится за нас. И я просто хочу, чтобы сегодня эта ложь о том, что вы не можете ничего сделать, что иногда мы смотрим на нужду, мы смотрим на Африку, и нам кажется, что это настолько большая нужда, что и потом мы начинаем смотреть на себя, и мы думаем, о, это невозможно. Но я хочу сказать, что все большое начинается с маленького, с одной жизни, с $1, с 1 цента, который может принести огромные изменения в чью-то жизнь. Поэтому мы любим вас, мы благословляем и просим нас поддерживать молитвы, и мы верим, что Господь, Он будет делать большие перемены.